Hey guys, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Assassin's Creed Chronologies, и это у нас Китай. Да, вы помните, я сказал, что продолжим, но мы закончили. Ну, сейчас мы уже точно продолжаем. Новое уведомление анимуса. Железные щиты. База данных анимуса, люди. Стражник с железным щитом. Противник блокирует все атаки спереди, а его железный щит нельзя пробить. Выполните перекат, чтобы получить преимущество в бою. Осторожней, эти стражники искусно обращаются с сюрикенами. Они летают быстро и наносят больше урон. Нужно как-то его отвлечь. Кун! Посрать. Посрать. Все равно он сейчас тоже умрет. Ну ладно, не умрет. Пока что ничего не упускаю, поэтому нормально. Окей. Если заново, то я не буду не против. О, я не против. Нужно как-то его отвлечь. Посрать. Посрать. Окей. Просто на удачу проскочил. В смысле, ассасин с бронза? Сделайте так, чтобы никто не нарушил покой этого места. Вэйбинь. А, люди. Вэйбинь. Вэйбинь по прозвищу Змей был тамплиером и одним из евнухов, называющих себя Тигром. Специалист по поиску шпионов и мастер в области подкупа и нахождения обычных информаций. Во время установленной новых порядков он успешно вычислял ассасинов, скрывающихся среди обитателей запертого города. Документы. Воспоминания Шао Цзинь. Шестой, подожди. А почему здесь? Ну ладно. Я была недалеко от матери Янмина, но мне еще оказалось преодолеть мост второго на мосту оказалось запертым, и вокруг было много стражей. Я могла бы пройти по мосту так, чтобы меня не заметили, и открыть ворота. Но здесь напрашивается более простое решение – отвлечь внимание стражи. Почему шестой? Почему шестой? Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их.
Так будет проще до него добраться. Убейте стражников. Ну, убиваем уже. Атакуй! Короче. Почему? Ой, бля. Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Скажите, это моя сейчас, да, была вина? Почему так быстро долго идет? Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Слишком долго идет. Хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Мне очко горит просто, вы понимаете, с этой херни. Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Мы несем трупак. Трупак, трупак, трупак. Сука. Какого черта? Мне главное, чтобы стражник отвернулся, да и все. Все отлично. Хлоп, хлоп, хлоп.
Generalissimo. Так, ну я могу сделать, смотрите, каким образом. Вот и все. Вот так вот. Хотя мог даже их не убивать. Кажется, лучше... А здесь, да, это спорный момент. Патрули в городе сообщили, что... Что-нибудь новое? Нет, пока вряд ли они вернулись так быстро. Хорошо, что мы здесь, в безопасности. Не хотел бы я оказаться на их месте. Хм. Точно где-то что-то. Так, давай пока что сюда, приятель. Оп. Есть. Так, база данных, документики. Свиток 9. Престол заняли Цзяньцин, двоюродный брат императора Дженде. И ни у одного не было сомнений, что он марионетка Джан Юна. Его преображили обязательства императора полностью устраивало тигров. Они принимали важные решения и фактически правили страной, в то время как Цзяньцин проводил время в борделе. Так началась эпоха правления тигров. Так, где оно? Юе Даюн. Нового вскоре стали называть рабторговцем. Промышлял тем, что продавал всех неугодных в рабство португальцам и таким образом зарабатывал немало денег, издеваясь над врагами и тамплиерами. Тем временем Джан Юн искал способ расправиться с более высокопоставленными врагами. Так началась период истории, известный как установление новых пределов. А я думал, как он, занавесом. Да, и скажите, что из-за этого я сейчас просрал до хера. А, понимаю. А можно, пожалуйста, вернуться? Фух. Mm.
Да блин, я почти успел уже. Он впритык не увидел. Он не увидел впритык. Теперь Вэйбинь остался один. Твою ж мать, не заметить впритык. Осторожнее там. Меня еще и заметили в придачу. Найс. Тихо. Впритык не видит. Теперь Вэйбинь остался один. Не, окей, запомни этот момент. Сука, в натуре. Теперь Вэйбинь остался один. Посрать. Теперь Вэйбинь остался один. О, да ладно, он меня даже не заметил. Хорошо, мне дают по 380. В натуре. Бля. О, боже. Теперь Вэйбинь остался один. Так, 380, запомните. Ну, немножечко побольше, да. То есть в этих тряпках меня тоже замечают. Запомнил. Будьте бдительны каждую минуту, иначе пеняйте на себя. Поняли, ребят? Ага, как? Все, понял. Еще бы даже мышь не должна прям... Убивайте. Еще удар. То чувство, когда ты перепрыгиваешь? Оп, стоп.
вопрос на засыпку. Все сундуки я буду все собирать. Там только с той стороны. Так просто быстрее немножко. Так, первое, второе, третье, четвертое, все запомнил. Ладно. Бывает. О, мне еще и золото дали. Есть. Максимально. Есть. Максимально. Так, что-то в базу анимуса мне добавили? Нет, показалось. А что это за херня? Висит. Подожди, а что от меня хотят? Как я должен был туда попасть? И что это за ДНК? Пиздом. Почему блок не работает просто на одну буковку? По сути, я могу отсюда прыгнуть сюда. А сейчас я как раз посмотрю, что... это вот эта херня. Всем. В смысле, бля? В смысле? Тут окно не открывалось. Алло. А снизу проход тоже не было. Алло. Ладно, ждите, буду искать проход. Короче, я всех поубивал нахер. Я вернулся туда, где вы помните, мы здесь вот были. И вот отсюда нужно было наверх все-таки лезть. Главное, что я забрал данные, а там что будет, посрать. Свиток 10. Во время установления новых порядков тигры перебили многих ассасинов и избавили от множества политических оппонентов. Джан Юн
назвал цели, а его соратники, змеи, мясник и демон, делали всю грязную работу. Ван Ямину пришлось скрыть и обучением Шаодзин занимался другой наставник, Джу Цзюань. Пока в Пекине шла тайная война, Шаодзин под присмотром Цзюаня стал ассасином и совершил прыжок веры. Повзрослев, Шаодзин совершил свою тактику боя с учетом своих сильных и слабых сторон. Скрытый клинок, подаренный Ван Ямином, был для нее слишком тяжел, и она сделала другой, более легкий. Клинок был спрятан в левом ботинке Шаодзин, и она часто использовала его в бою. Свои навыки она оттачивала в темных переулках города, сражаясь с агентами-тамплиерами. Вот, а теперь, ребятки, я возвращаюсь туда, где мы начинали бой. Так, я... Да, здесь остановился. А, так мне только этого грохнуть. В смысле, я не могу забрать части? Где Джан Юн? Ближе. Ближе, чем ты думаешь. Он здесь? В Наньяне? Думаешь, ты умна? Думаешь, ты сможешь перехитрить нас? Мы знаем про Ван Янмина. Пока ты выслеживала меня, Джан Юн выследил его. Скоро ты станешь последним ассасином в Китае. Прикольно. О, так я все бонусы позабирал, ну, которые могу открыть улучшение. Бег пригнувшись есть. Ой, я клавиатуру так сломаю. Ну, в скобочках пальцы. Если Джан Юн здесь, в Наньяне, я должна найти его, пока он не нашел Ван Янмина. Угу, вот так вот. Охотом. 1529 год. Наньянь. Джан Юн намерен убить Ван Янмина. И Шао Цзюнь должна как можно быстрее выбраться из дворца, пересечь мост и добраться до окраины города, чтобы спасти учителя. Так, что там нам? Улучшение шкалы, скорее ускоренный взлом. Чего? Ха. Ну ладно. Уничтожить башню. На этом мы с вами заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.